Три тома знаменитого капитала Карла Маркса «В человеческий рост». С помощью такой необычной инсталляции посетителям выставки «Изменить мир» предлагается современный взгляд на наследие немецкого философа и экономиста. Здесь каждый желающий может ознакомиться с большим набором цитат, посвященных марксизму. Подчас очень противоречивыми, впрочем, как и сама теория Карла Маркса. Несмотря на то, что в мае отмечается уже 200 лет со дня его рождения, по мнению автора экспозиции, мысли, изложенные в «Капитале», актуальны и в наши дни. За это время Маркс стал неким символом или даже брендом. История показала, что его теория до сих пор и постоянно, в любом случае, интересна. Многие ученые пишут о том, что в этом есть какой-то такой уникальный коллапс, что ли, когда, в общем-то, левые отказываются от Маркса, Марксом начинают интересоваться уже те самые капиталисты, против которых он и боролся. Открытие выставки состоялось в день всероссийской акции «Ночь музеев», которая в этом году посвящена уникальным предметам, находящимся в запасниках. Вот и в горках Ленинских подготовили сюрприз. Аудитории был представлен главный экспонат. Более 30 лет он не вынимался из хранилищ. Это шкатулка с Марксом, Лениным, на которой есть имена немецких революционеров, там Вильгельма Либкнехта. А, кстати, интересно, что внутрь шкатулки, когда ее дарили Ленину, положили матерчатую розу. То есть это, опять же, была такая аллюзия на тему Розы Люксембург и Карла Либкнехта, которые за 3 года перед этим погибли. По мере ознакомления с экспозицией гости поделились своими впечатлениями. Мне понравились тоже высказывания различных наших великих личностей мира о вот марксизме, о Марксе, о истории, о том, как она развивалась и будет развиваться. Теория такая, без таких каких-то личных мнений, что очень важно. То есть ничто не навязывается. Так можно с разных сторон на все взглянуть. Считаю, очень грамотно построена выставка, и все, что там сделали, достойно уважения. Выставка «Изменить мир» продолжит свою работу еще несколько месяцев. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Ольга Садовская. Видное ТВ.